Привет, ребята, еще пару слов хотелось сказать за безвиз. Знаешь, когда ты в Германии, и ты как папа с колясочкой гуляешь по этим улочкам, понимаешь, и начинаешь реально оценивать ситуацию, насколько круто, когда ты можешь без виз сесть в самолет и просто полететь в то место на день, на два, на три, на неделю, где тебе хорошо. Понятно, что нам, украинцам, хорошо в Украине, но иногда бывают моменты, когда хочется что-то посмотреть, где-то отдохнуть, где-то просто релаксовать, где-то так вот просто походить с ребенком, по улочкам погулять, подумать. Поэтому все те критиканты, которые в Украине говорят, что без виз, да, это так себе. Это все ничто, когда вы сами не поедете и не попробуете просто это вот ощущение. Вот это ощущение, оно того стоит, оно очень классное. Ну, спасибо, что послушали. Это была такая неплановое видео, но сугубо по ощущениям. Сейчас вам покажу. Ладно, не буду показывать. Ну или может сниму отдельным видео. Пока.